Сегодня мы хотим рассказать вам историю про класс-центр. Вообще-то это просто школа. Обычная московская школа под номером 686. Говорят, это лучшая школа в России. Но пусть титул не создает у вас впечатления пафоса. На самом деле никаких избранных здесь нет. Здесь при входе торт, потому что у кого-то из детей или учителей сегодня день рождения. Детям, они же дети, можно орать в коридоре, потому что директор предусмотрел двойные двери в классы. Вообще здесь много свободы и нагрузки. Подобный урок для большинства детей и их родителей покажется странным. Но если призадуматься, может, эта система, в отличие от повсеместно принятой, более традиционная. Здесь мы просто выкладываемся на полную, а там скучно просто. Ну вот смотрите, вот у нас здесь очень все весело, и мы не хотим уходить из школы, когда за нами приезжают родители. Нас всегда ждут. А в простых школах они, наоборот, хотят быстрее уйти домой. Мне интересно, нечего делать здесь. Мы свободно поговорили здесь со многими учениками и теперь даже привыкли к странной мысли. Дети хотят ходить в школу. Здесь все зависит от личного состояния человека, от того, хочет ли ему учиться. Обычно человеку хочется домой. Этот дом начался с театра. По первой профессии инженер-строитель Сергей Казарновский когда-то и помыслить не смел, что станет режиссером, а потом директором. Что требующее капремонта здание своими руками перестроит в школу оригинальной планировки и посвятит жизнь поискам ответа на вопрос, как превратить безнравственный принудительный процесс образования в интересный и глубоко нравственный. Он создал школу полного дня. Дети здесь учатся с 9 утра до 6 вечера и получают сразу три образования – общее, музыкальное и драматическое. Но не для того, чтобы обязательно стать артистами или музыкантами, чтобы быть хорошими людьми. Декабристы, они вышли на площадь. А руководил ими маршал Конев. Ваша школа началась когда-то с театра. Какое место теперь он занимает в ней? Это один из элементов технологии, не больше. Что это значит? Для чего нужен театр в школе? Во-первых, ни одна человеческая школа на всю историю хорошая не обходилась без театра. Это, конечно, не для этого он нужен. Знаете, первый спектакль в школе я сделал в 81 году, просто пытаюсь так отвечать на ваш вопрос. Я тогда задумался, зачем нужен школе театр. Это что, время проведения, какое-то досуга? Да, конечно. Это что, некая возможность поговорить о литературе средствами другого искусства? Да, конечно. Это что, может быть, осмыслить и сказать то, о чем в обыденной будней жизни школьной находится время сказать? И это тоже. Еще одна очень важная вещь, которую не подозревают даже дети, которые иногда выходят на сцену. Вот наше все отношение с детьми, по большому счету, строится по принципу «взять». Вот они берут наше внимание, нашу заботу, значит, от нас какие-то навыки, которые получают одно, второе, третье. В протяжении долгого времени, в общем, они ничего не начинают отдавать. А мы их стараемся, к себе говорим, мы хотим научить детей самому главному, что делать подарки гораздо приятнее, чем их получать, вот такому благородному, такому мироощущению. И вот впервые, когда они выходят по-хорошему на школьную сцену, а я им говорю всегда, сцена поднята на метр над залом сегодня, потому что вам есть что больше сказать, чем вы говорили раньше, и то, что будет интересно зрителю. И это невероятная ответственность. И вот впервые в жизни, когда они начинают не только брать, а отдавать, они становятся чуть-чуть уже взрослыми людьми, потому что у них уже появляется, что они начали давать только, не только брать, это первое, а второе, что это возникает чувство ответственности за свое слово, за свое поведение в дальнейшем и так далее, и так далее. Потому что водораздел между детством и ощущением взрослого человека, это чувство ответственности, которое появляется. Старыми становятся только хорошие вещи. В принципе, мы не актеров делаем, а я вот по своей методике, по методике, по которой я работаю, не по своей, а по нашей методике. Там самое главное,
чтобы вытащить живое из ребенка, вытащить настоящего ребенка, там, где он без масок, которые на него надеты этим миром. Самое главное для нас — научиться быть коммуникабельным, научиться не бояться публичного выступления, научиться выражать свои мысли, не бояться себя, не бояться людей, быть добрыми, быть ответственными за свое дело, чувствовать всегда партнера. Это важно в работе, особенно когда ты работаешь в коллективе. Научиться работать в коллективе. Ну и, конечно, всякие технические задачи, касающиеся непосредственно нашего предмета. Это научиться говорить внятно, слышно, понятно. Пошли. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка, четыре Егорка, пять Егорок, шесть Егорок, семь Егорок, восемь Егорок, девять Егорок, десять Егорок, одиннадцать Егорок, 12 Егорок, 13 Егорок, 14 Егорок, 15 Егорок. Все, что мы делаем здесь, это есть элементы классического образования, которое всегда учитывало, что человек – существо эмоциональное. Развитие всего, что связано с эмоциональной сферой человека, оно почему-то у нас называется дополнительное образование, что переводит на русский язык, переводится как необязательное. И очень странно, что нам от Бога с вами, от природы дано видеть, что мир многоцветный, многозвучный, да, что у нас есть удивительное тело, которое надо научиться пользоваться, чтобы получать удовольствие. Да? А это как бы является необязательным в школе сегодняшней. Для директора это главное, то чтобы человек не был в своем каком-то замкнутом мирке, а чтобы он видел всю полноту жизни и наслаждался тем, что он еще, ну, ребенок, то, что он еще в школе, то, что он может играть и петь. А у вас все ученики выходят на сцену обязательно, вот на зрителя? Ну, это есть технология обучения. Не с первого класса, есть актерское мастерство, и это длится до последнего класса, и в разных вариантах они обязательно в течение года многократно выходят на сцену, не в смысле конкретный спектакль, но это открытые уроки по мастерству, по танцу, по всему, там, по движению. Абсолютно все дети Абсолютно легко берут. Все дети. Что-что? Ну вот легко это берут, это и это... Ну, конечно, все равно это все, что связано с природой, знаете, зав кафедры актерского мастерства ГИТИСа, как сказал молодым актерам, что это же дилетантская профессия. Чтобы стать музыкантом, надо лет с 6, с 5, там, с утра до вечера пилить, еще не знаю, что получится. Чтобы стать там, спортсменом или танцовщиком, да, и так далее. А тут 4 года, раз и артист, и пошел по сериалам, и вот уже машины там, и так далее, и так далее. Дилетантская профессия, по большому счету, дилетантская профессия. Очень много от Бога, от природы, конечно же. Какой красивый цветок. Это я? Посмотрите на меня! Нет, ну, внутри-то, конечно. Но как она сумела это сразу разглядеть и увидеть? Вот что это за отбор? Какие дети попадают в школу? Сейчас скажу. Самое главное, конечно, в этом отборе, если глобально мы смотрим, нужны ли мы этим детям, чтобы 6 дней в неделю, практически с 9 до 6, жить этой жизнью. Конечно, очень важны такие качества, как коммуникабельность, потому что практически технология школы предполагает индивидуальность, которая умеет работать в команде. Uh-huh. И очень важно, имея собственную индивидуальность, уметь, да, и не все дети не по природе своей к этому склонны, другие с гораздо меньшим удовольствием работают в командных видах тренингах и обучении. Это одно из первых важных качеств – коммуникабельность. Да, потом есть, конечно, все, что связано с образным мышлением, это язык, на котором говорят. Они должны быть к этому в большей степени готовы, может быть, и так далее. Хотя я не подозреваю, я уверен, что в той или иной степени это полезно всем обязательно. Да, но все равно развивать лучше то, да, так интенсивно, как делаем мы, что дано от природы. А, конечно, смотрим слух, потому что, как сказать, вот есть люди, у которых есть слух, они очень любят петь. А есть люди, у которых нет слуха, они еще больше любят петь. Только вот их не надо мучить и учить, потому что он всю жизнь пел в лесу, родился елочка на одной ноте. А ему потом будут говорить, что там интервал какой-то сумасшедший, там малый септим, и там, ну, черт, ты что договариваешь. А он это не может понять. И он в этом не виноват. И он будет всю жизнь там с удовольствием ходить на демонстрациях, петь там где-то еще, на сходках, и будет счастлив. А самое главное, чтобы ребенок с первых шагов своей жизни попадал в состояние успеха. Выглядит это такая двухчасовая игра, в которой участвует человек 6-7 детей одного возраста, и нас человек 6-7 разных педагогов, и психологи, и общеобразовательные школы, и танцоры, и музыканты, и так далее. И мы 2 часа играем,
Первое. Это игра, после которой они все счастливы абсолютно. Никакого ощущения экзамена. Мы разговариваем их вначале с ними, они друг с другом и так далее. Там столько комичного всегда бывает, но самое главное, там остается атмосфера, когда они готовы делать уже все абсолютно. И фантазируем со словом, и танцуем, и поем, и говорим про то, что у нас вокруг, как у нас устроена жизнь. Ну, так, как мы могли бы говорить для разных возрастов детей. Вот так происходит этот отбор. Мы не сыпемся. Есть какие-то позитивные моменты по отношению там, к обычной школе? Есть там что-то, какой-то там негатив? Не потому что там, ну потому что обстоятельства такие. Я не могу это осознать пока, насколько дети от этого там страдают или нет, но мне кажется, ну по моей юности, что мне бы этого очень не хватало. И, в общем, нагрузка такая не слабая получается в результате? Вот это глагол «нагрузка». Я ерничаю, разумеется. Это в радость, глагола, да. Хотите сказать? Нет, его, понимаете, мы часто употребляем чисто с медицинской точки зрения. Хотя они подразумевают под это медики, да? Сколько человек занимается, грубо говоря, уроками, да? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь читал или запрещал вам своего сына после школы повезти на плавание, футбол или куда-то в секцию? После этого кто-нибудь мешал вам когда-нибудь повезти его в музыкальную школу куда-нибудь? И как считают эти часы? Их складывают, вычитают. Да? Но это тоже можно считать нагрузкой. Вот эта часть дополнительного образования есть у нас в школе. Как это считать? Нагрузка? Мы просто легально это делаем. Или он получает удовольствие при этом. Тут очень трудно сказать. Знаете, ведь у медиков на много сегодня нет ответов. Они такие смелые, они распоряжения не дают. Да? Например, в этом классе. Да. Да? Сидеть должны ровно, смотреть в ту сторону, дети. Почему свет должен падать откуда слева? На вопрос представителю этих вот регулирующих органов. А если в классе 4 левши, а я даже повернуться, сесть в другую сторону? Ну, чтобы свет падал так вот. Да. Конечно, нет, они говорят. А как? Не знаем. А где у вас левши сидят? Они так же сидят, как все остальные, разумеется. При этом я могу сказать, вот, так как в этом классе стоят парты, к сожалению, большому. И вообще, так как стоит парта, это самая неэффективная мизансцена. Да? Потому что нормальное образование, а сегодня мы к этому идем, мы говорим о стандартах образования, это тогда, когда мы находим какое-то деятельное, смысловое начало в образовании, да? Оно предполагает постоянный контакт, общение. Да? Круг, то есть. Да. А вот представляете, вот всю жизнь у нас мизансцена сидеть в затылок друг к другу. Ну вот я маленький человек, я сижу в затылок друг к другу. Что я вижу? Косу вижу. Я в нее обязательно дерну. Вот хоть у меня... Или, если мне скучно, я спрячусь за нее и буду с кем-то разговаривать. Да? И я вообще сижу в затылок друг к другу. С соседом по парту мне вообще нельзя говорить, потому что это смерть, это невероятно, да? И сюда здесь затылок. Потом спина эта вырастает, я там рассматриваю лифчик, как устроен. И это вчера всегда важнее, чем все, что происходит там. Это очень неэффективная мизансцена. Почему же вы не поменяли у себя ее? Понимаете, это очень любопытный вопрос. Мы иногда пробуем это делать. И вот, в частности, можем прийти в другой класс. Она педагог практически всегда так ведет занятия. Ну, вообще, на самом деле, с точки зрения учебы, это не утомительно, потому что дополнительное время берут у нас предметы, такие как актерское мастерство или, не знаю, сценическое движение, которое особых усердий ума не требует. Вот. Поэтому, с точки зрения учебы, это не утомительно. Но есть много всяких репетиций, и вообще график учебы не нормирован в этой школе. Вот. Поэтому иногда мы можем здесь находиться довольно долго, и иногда это мешает каким-то нашим планам, но приходится чем-то жертвовать, да. Что такое вопиющий случай в вашей школе? Могу сказать. Вопиющий случай в школе. Случай, связанный с нравственностью. То есть не в смысле там общепринятый, да, там убил, там что-то еще. Нет. Ну, в нашей школе это, по-моему, невозможно. Здесь имеется в виду на уровне чувств, отношений между людьми, между партнерами.
вот на этих ощущениях могут складываться какие-то конфликты. В этой школе, ну, были случаи за то, что оскорбление какого-то человека, каких-то его качеств, там, душевных или, ну, вообще неважно, оскорбить учителя или вообще человека, за это, ну, выгоняли из школы, поэтому, вот, собственно, в этой школе очень важно уважение других людей и, как бы, и равенство всех, собственно, учителей и учеников. Ну, когда вдруг... Взрослый мальчик, замечательный мальчик. Если я назову его фамилию, вы наверняка его знаете. Он уже, так сказать, и стал чуть-чуть медийным человеком, с потрясающей семьей, многодетной. Да. Вдруг выяснилось, что он педагогу послал очень конкретно и очень серьезно. Говорить с ним просто, что ты, как ты мог, как не стыдно. Потому что, ему стыдно, что-то его сподвигло на это, и он понимает, что он перешел какую-то грань. Но об этом с ним надо было как-то говорить, потому что... сделал. Мы с ним договорились, встретились, пошли, значит, в какую-то кафушку, вот, сидели. Я взял себе там пиво какого-то, чтобы быть органичным, потому что там было пивное какое-то место такое. Он пил свой там чай, не знаю что. Мы разговаривали. Смысл его сводился к тому, что вот мне стыдно, что это случилось. Из этой ситуации надо найти выход. Выход такой, чтобы все поняли, я даже не стал говорить, что хорошо или плохо. Знаете, выход, чтобы все поняли, что ты осознаешь глупость, которую ты сделал. Он понимал это. Но не сразу. Вначале что-то в нем бурлило. Там что-то произошло у них. Кто-то что-то сказал, не туда. Я даже не стал это выяснять. Я сказал, что вот, говорю, вот в русских деревнях по этому поводу говорят так, impossible. Вот этого быть не может. Почему? Это не имеет значения. Вот ты сейчас мне расскажешь, что ты обидел, это вот вообще не может, даже не обсуждаю. Сейчас надо придумать, да? И он придумал, я уж честно говоря, не помню что, но на всех кабинетах школы он повесил какую-то такую надпись про то, как ему плохо, и там что-то такое написал. Он виноват, вот что-то он такое сделал. Он поступок. То есть он должен был сделать какой-то поступок. У нас была неделя английского языка. Кстати, вот сейчас она тоже начинается. Вот. И надо было вывесить какие-нибудь комиксы на английском. И я повесил комиксы, которые не надо было вешать. Вот. Не знаю, почему я их повесил. Хотел просто показать их друзьям. Вот. По всей школе. Да, и получилось так, что я их повесил по всей школе. И меня выгнали на... Ну, это не суть важно. Меня выгнали на 3 дня. А что там было? А, там было просто... там была нецензурная лексика. Вот. Вот, но некоторые... Ну, ничего. На английском. Вот. Меня выгнали на 3 дня. Вот, я сначала этому безумно обрадовался. А потом мне надо было как-то извиниться перед школой. Вот, и придумать какую-нибудь штуку, чтобы повесили на стене «Не плачь» на 3-м этаже. И чтобы все посмотрели и подумали, действительно, он раскаялся, не знаю, вот. Поэтому большую часть времени из этих 3 дней я занимался тем, что придумывал... Да, извинение свое. А дело в том, что мы ведь как договорились? Мы договорились, каждый ребенок 1 сентября подписывает некий меморандум, который называется «Правила внутреннего распорядка». Он их подписывает каждый год, прочитав заново, и ставит свою подпись. Которая значит лишь то, что он с этим согласен, и он понимает это. То есть определенные правила, что можно то, то, а вот это нельзя и никогда, в том числе любых там курения, где это все, не только на территории школы, пока он здесь учится. Взамен он получает очень много всего, что здесь. Ну, он ставит свою подпись. И дальше он отвечает не за то, что он сделал то или другое, третье, а первое, что он нарушил свое слово. Такой же меморандум подписывают родители, ну, специально адаптированный для них, и такой же подписывают учителя. Это мучительная история, как простые вещи сказать так, чтобы они... Вот я даже говорю всегда педагогам, вот что-то случилось такое, да, тут же в ранг ЧП это возводить, тут же, тогда, может быть, этого не будет потом сделано. То есть добиться того, чтобы это было пронзительно? Ну да, чтобы это тронуло.
Самая интересная про него история, то, что он сам обожает рассказывать историю. Вот, и совершенно. То есть, если он ведет репетицию спектакля, то он может там, ну ладно, ну 30% репетиции, мы слушаем всякие рассказы о том, как он бывал там, там, там. В принципе, нравоучительные или иногда анекдоты, да, любит рассказывать. Любимый анекдот школьный такой, идет во время урока директор по коридору. И видит около одной двери класса, мечется маленький мальчик. Совсем мечется и что-то бормочет. Он подошел, человек слушает, а мальчик бормочет. Где смысл? В чем логика? Где логика? В чем смысл? Он уперся в директора, поднял глаза, директор спрашивает, что случилось? Поправили очки, говорит, понимаете, директор, дело в том, что в классе во время урока я случайно пукнул. Вот. Меня выгнали, а они остались.